Всем привет! Ребята просили показать чехол под 5 удилищ без катушек. Вот так вот он выглядит. Здесь сейчас находится 5 удилищ. Сейчас покажу, как они расположены. Пять секций. Вот так вот находится удилище. За перегородкой комель и хлыст живут друг от друга за перегородкой. Вот покажи. Паша, ты покажи, пожалуйста. Сейчас я достану. Вот так вот. Ну, в принципе, и все.